Всем привет! Пришла очередная хреновина из Китая. Здесь я уже знаю, что здесь у нас приехало. Здесь приехал 2 УБД разъем. Это для прошивки и диагностики этих как машин, мозгов машин. Заказывал не я, мне просили заказать, но приехал. Давайте посмотрим, и вообще работает ли он. Телефон, как всегда. Пока отложим. Скрываем. Посылка шла довольно-таки быстро. Дошла она за 15 дней. Долго лежала на складе в нашей почте. Не хотели ее распаковывать. И потом пришла смс-ка. И вот он у нас. Вот такая вот приблуда с диском. Видимо, с какой-то программой. Диск ни о чем. Простая баллоночка. 25 минут. Что-то непонятно, что тут есть. Видимо, какая-то программа. Так, CD-ROM у меня нет на ноутбуке. Значит, диск мы не проверим. Ну ладно. Давайте. Вот он пришел. Сколько он где-то? Метр, короче, есть. ОБД-2 написано. Вот, ОБД-2. Он идет, если не ошибаюсь, на наши машины. То есть на тазы, так сказать. Давайте послушаем. Что-то определится или нет? Да, что-то определилось. Я думаю, драйвера это устанавливаться с диска нужно. Но что-то определилось, это уже радует. Ай. Так, что у нас там? USB, серия 2.0. Ну, я думаю, что он вряд ли что-то определит. Что-то какие-нибудь, наверное, ну, тут загорелся индикатор, что, скорее всего, включен. В принципе, сделан довольно-таки аккуратненько. По отзывам я смотрел, что вроде как все работает, все хорошо. Ссылки будут в описании все. Если что, напишу в комментариях снизу, либо может даже на момент выхода в видео я уже его проверят, я напишу в описании, работает ли он. Так что пока все. Всем спасибо за просмотр, делитесь видео, ставьте лайки, подписывайтесь на группу в соцсетях. Вот. Всем пока!